Всем здорово, ребят. Ну что, решил записать еще интересный видосик. Только закончил записывать другой видос, на Немке появился он, в принципе, в 11 часов. По Москве обновляется сервак здесь. Появился офигеннейший просто набор. Обновились акции. Вот смотрите, наборчик для бездоната. 10 камешков, 10 пыльцы, 5 монеток. Просто так. Вот я показал вам с утра, как я забежал, забрал там плюхи. Вот они обновились сегодня. Просто кайф. За один самоцвет ты получаешь, по сути, очень обалденные плюхи. Плюс, сейчас мы с вами просмотрим быстренько рекламу, я их пооткрываю. Плюс получаешь каждый день какие-то подгоны. Там бывают мешки зефира, там мешки розы, лисица. То есть это уже можно собрать очень легко без доната. И это радует. По крайней мере, на Немке радует. Так, получили хенкера мы сегодня. Давненько, кстати, я уже здесь недостающих героев не вытаскивал. Так, отлично. Забрали еще плюшечки. Ну, уже 3000 самого накопил за пару дней. Вот так вот. Что по этим плюхам? Вот реально крутая халява. Можно сделать найм. У меня 16 есть. Смотрите, какой здесь найм. Можно получить, если повезет, очень-очень-очень целого зефира. Но можно также осколками собрать некоторых героев недостающих. Такс. Поехали, пооткрываем пока. Вот смотрите, на Анубиса я получил топовый скин. Круто, я считаю, очень круто, потому что мне Анубиса, я как раз только вот хотел, вчера проходил и рассказывал за него по поводу того, что железка, конечно, классно, но она мне больше для подземок, да, хотелось бы чего-то другого. Вот, пожалуйста, теперь я имею возможность поставить на него пакт. Сейчас я гляну, или у меня есть пакт. Должен, по идее, должен быть. Да, есть H2. Вот, пожалуйста. Юзаем пакт. Сейчас попробуем. Посмотрим на разницу в дамаге. Ну, плюс, конечно, будут у нас увеличенные статы. Десятку я не сделаю. Я вчера десятки поделал. Ну, девятку я прокачал. Такс. Ну, что я могу сказать? Супер. Что у нас еще по скинам есть интересного? Кстати, скины на здание надо будет тоже докачать. И надо будет попробовать прокачать у себя постепенно еще хранилище. Такс, есть. Забор, которого у меня нет. Так, еще что-то у нас есть для прокачки. Все, отлично. Тут мы это сделали. Поехали, попробуем. Тасочка, ну, что я могу сказать? Спасибо. Походу у нас, я не помню, есть она, нету. Вот, пожалуйста, еще один новый. Я говорил, что нету здесь у меня давненько новый героя. Вот, пожалуйста, еще один недостающий герой. Аккаунт реально здесь классно собирать. Вот чем мне нравится. Дофигища халява, дофигища плюх. Да, супер. Конечно, не зефир. Хотелось бы зефира. Но и так неплохо.
Такс. Чем мы здесь? Тут уже все без нас прошли. Не успеваю я на всех серваках за халявами следить. Но попробуем сейчас по максималке. Сейчас попробуем, я не знаю, хочу попробовать следующую волну. Я прошел сегодня АЕ. Попробуем волну АФ. Не знаю, конечно, с моими героями это вряд ли получится, но у нас уже хороший Анубис. Хорошо заряженный, в принципе. Но это все герои без эволюции, ребят. Нет, тут у нас, мне кажется, без варианта. С АФ так просто не получится, как с остальными. Сейчас попробую поближе поставить здание сюда. Но тут, наверное, посложнее будет. В разы. Ну, по крайней мере, попробуем сейчас пару раз. Вот это называется халявный сервак. Так, они сейчас, конечно, будут бежать все ко мне сразу, не знаю. Наверное, без эволюции это сложновато будет. Ну, попробуем. Попробуем, посмотрим, что у нас получится. Так, F1. Черепа, в принципе, убили. Было бы у меня здесь еще Фрей, это вообще было бы изи просто. Но землеройка, как видите, тоже имеет свои плюсы. Он тоже блокирует, и можно и без Фрея шатать черепов. Блин, ну посмотрите, Анубис нормально дамажит. Я доволен, что я сегодня получил скин. Просто изи. Землеройка вообще тема. АФ4, ребят. Тут, конечно, дофигище. Тут самое главное сейчас быстро это все посливать. И задержать их. Ну-ну-ну, держимся. Ай, Анубис. Давай, тащи. Черепа. Блин, дерево резнуло их. Самое главное, чтобы таблетка осталась. А, мать, чуть-чуть, ребята, совсем чуть-чуть. Пипец, совсем чуть-чуть осталось. Я офигею. Вот вам, ребята, топовый сервер для бездоната. Где реально дофигища халява. Блин, такой был заход обалденный. Если бы дерево не резнуло там, мы могли бы свободно сейчас просто тупо затащить на изи. Ой-ой-ой! Ну что, можете меня поздравить походу? Я надеюсь, тут демон не бьет. Волна АФ, ребят. Волна АФ. Да ну бы, аккаунте зафармлено. Без Фрей, без эволюций. Жестко. Просто супер жестко. Посмотрите, что землеройка творится Нубисом. Кайф. Просто кайф. АФ. Че, попробуем? Давайте выгнемся, попробуем. Аджей волнующая. Это реально самый крутой подгон сегодня. Мы получили героя, получили недостающий скин, который мне очень нужен был. Просто нереально нужен был для волн. Я об этом вчера говорил. Так, ну тут что-то они пожестче с хпшками. Тут мне, наверное, будет нереально сложно. Тем более они тут очень быстро выходят. Нет, тут уже без варианта Аджей, наверное. Но это пока Аджей. Подождите, я немножко подкачаю их. Доведу героев. Попробуем, по крайней мере, сделать без эволюции. Вот интересно, максимум без эволюции зафармить. Видите, здесь дамага просто не хватает. Здесь надо питомцев прокачать. Питомцы здесь вообще у меня ни о чем. Но герои держатся. Че там, Анубиса слили? Да, Анубиса слили. Аджей 4. Аджей 4 у нас
Так, мы еще за волну сейчас получим баблишко. Да, подгонщик, конечно, суперский сегодня. Так, AJ2, отлично. Знаете, Анубис здесь вот сливается у нас на варлоках. Не хватает дамага, и он на отражалках сливается. То есть тут уже такая тема не прокатит. Ну, ничего страшного, 680 самов на халяву, ничего так. В общем, такой вот видосик, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.